для того, чтобы приготовить вкусную штучку для просмотра мультфильмов с ребенком, нам понадобится сгущенное молоко и открывашка. Открывашку будем использовать Венгер, которая идет штатная у нас. Нам нужно налить немного молока. И открыть пачку обалденных кукурузных палочек. Теперь мы можем отправляться для просмотра сериала, мультфильма, чего угодно. Все, кто любит данный десерт, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!